Перед нами случай, когда имя совершенно не соответствует характеру, ведь ласка совсем не ласковая. Неуловимая, быстрая как молния, она отличается ненасытным аппетитом. Ласка – универсальный солдат в мире животных. Она быстро бегает, плавает, прыгает, залезает в норы, при этом обладает смелым и агрессивным характером и находится в постоянном поиске жертвы. Из-за невероятно быстрого обмена веществ, хищник все время голоден, и любое мелкое животное на ее пути безжалостно утилизируется. Древние славяне верили, что ласки приходят по ночам за солью в виде лошадиного пота, при этом мучают лошадей и заплетают косы на гривах и хвостах. Как бы там ни было, от ласки для человека все же больше пользы, чем вреда, ведь чтобы выжить, ласка должна съедать за день не менее половины своего веса и в течение суток может уничтожить до 30 мышей.